Вот смотри, 5 копеек довоенные. Я тебе сейчас расскажу послевоенные. Вот смотри, пошли. 24-й, 1200. Если в качестве, запомни, они стоят, если она штемпельная, стоит там, я не знаю, может и 100 тысяч. И также про остальные. 27-й. Эти уже дешевые. 33-й, 34-й, 35-й, старый гурт и новый гурт. Вот они пошли. 36, 37, 38, 40-й. Эти уже пошли. 45-й более-менее. И 51-й. Остальные дешевые, не учитывая 58-й. Она очень дорогая. То, что здесь 130 написано, это все ерунда. И также 47-й. 47-й здесь вообще не указан. Он тоже очень редкий и дорогой. Теперь после реформенный, смотри. Тут уже черный квадрат, вот. 4500, там вот по 4500, есть там 70-й, 4000. Вот, до 72-го. Остальные ничего не стоят. Ну, не учитывая вот этот вот, ну, с буквой М. Это все про 5 копеек. Надеюсь, все ты понял. Там меня салат ждет, короче. Я пошел.